Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». Ну что, 31-я миссия у нас. Будем драться против Арена Мастер, Раф 30 уровня, Бумзи 30 и Пузи 29. Плюс у него есть Крот. Крот Мэнни 13 уровня. Но я думаю, что справимся. Мне хочется в это верить. Так что давай-ка приложим все усилия, чтобы выиграть здесь. Так, начнем, наверное, с дедули. С цветочного дедушки, да? И Гринча позовем. Не понял. Что это за фокусы тут еще мне устраивают? Ну-ка, давай-ка, курочка, выходи. Мы этого-то сегодня перебьем или нет? Да, отлично, пускай вот по-своему бомбит. Так, Мэнни. Ох, паршивый крот. Ты посмотри, надо его как можно быстрее уничтожить. Есть. Ну и заплевываем, как говорится, да? Давай, курица, заплевывай. Вот и все. Как говорится, винрейчик выигрывает здесь. Открываем сундук. 7 монет, 20 опыта и солдат Аркинсон. Следующий поединок. Будем бомбить без остановки. 302 уровень. Так, это у нас Made in Poland, то есть сделано в Польше. Ну и что же здесь у нас такого? Да ничего, в принципе, страшного. Единственное, вот этот, конечно, робот меня немножечко напрягает. Это механический дракон. Довольно неплохой танк. Ох ты, у него хилка. Тихо. Стоп. Ага. Так, все у нас удачно получается пока. Давай, чикай его. На, следующего. Опа. И этого, пожалуйста, тоже. На тебе. Понятно, короче, бегуны здесь не справляются. Ну и отлично. Сейчас еще одного цветочного деда вызовем, еще одну курицу. И, в принципе, все, да? Ну, что он тут сделает? Да ничего. Вот и проиграл. Довольно быстрая и легкая победа. Мне таки нравится. Так, монетки, опыт и грабительница Гретта. Переходим на следующий поединок и смотрим, кто здесь. 8 уровня, я смотрю, у него забор. 16 уровня робот. Лорен 6 уровня. Так, Эльфред 7 и кузнец. То есть у него, грубо говоря, два танка. Дамагер, который бомбит издалека, и массовик-затейник. Меня что здесь спасет? Естественно, яд вместе с ураганчиком. То есть они как поближе ко мне подойдут, мы их будем ураганчиком откидывать всех как можно дальше и, возможно, травить. Как вариант, ребят. Я думаю, в принципе, должно это сработать. Так, кузнец что-то не поддается. Не хочет, прикинь, сдаваться кузнец. Во-во-во, пошел. А вот это уже лишнее. Так, давай сдувать их. Угу, отлично. Так, забор фигов. Ломайте забор. Кролики тут еще всякие. А, вон Лорен вышла. Ну, звезданиты по своей этой эльфийке. Не-а, не хочет. Давай, родные мои. Вот и все, минус Лорен. Сейчас мы этого кузнеца накажем. Есть. Так, Альфред опять идет. Голем этот. Пушка. Надо пушку разобрать. Есть. Яд. Давай-ка выставим с тобой ядку здесь немножко. И победа, да, ребят? Естественно. Ну, я тебе скажу, круто все. Ух ты. Так, эти деньги обязательно нужно умножить. Слушай, ну неплохо, у меня 8000 монет уже в копилочке. Так, смотрим, что здесь у нас. Рыжая Джина, 31 уровень. Блин, она же будет толкать, да? Плюс алкоголик, тут 30 уровня. Робот-попка.
Ну, противник, естественно, друзья мои, уровень все выше, выше и выше. А вот у меня с прокачкой просто какой-то застой. Это нужно ждать события или какой-то ивент, где можно набрать себе карточек и прокачивать. Другого варианта просто нету. Так, ну что, будем ураганчик, наверное, применять, скорее всего, здесь. Скорее всего, да, будем именно так делать. Офигеть, ничего не помогло. Просто ничего не помогло. Давай, давай, толкай, толкай своих там. Ай-яй-яй. Так, вот алкоголик пришел. Ну, ёк-макарёк, ну что, сейчас будет трындец. Ты смотри, что творит. Ты смотри, что творит. Нам без яда с тобой здесь вообще сделать нечего будет. Дедуля цветочный, выходи. Опять он вызвал свою рыжую джину эту. Давай, давай, давай. Слушай, нам нужно сюда яд поставить. Давай вот так сделаем. Пускай они там травятся. Так, джину теперь бомбите. Плиз, плиз. Отлично. А это у нас, оказывается, был арена-мастер. Вот именно что был. Потому что мы его наказали по всей строгости. А что у нас тут выпадает? Сердитая бабуля. Вот оно как. Раньше ее звали бабушка Гогу. Теперь она стала сердитая бабуля. Ну что, 305-я миссия. Так, я вижу, здесь старичок у него есть. Старичок. Вот сейчас будет жесткая битва. Кто кого передамажит, да? Перемайнит, или как это назвать? Переманит. Да? Скорее всего, так оно и будет. Стоп, подожди-ка. Дедуль, выходи давай. А где... Нет, у меня такое положение дел меня не устраивает. Да ну. Ё-моё. Как тут еще этот фигов, блин, выпендривается здесь. Слушай, он не вызывает деда. Почему, интересно, я не знаю, но он его не вызывает. Ёк, макарёк, ты посмотри, что происходит. Гринч, давай быстрее выходи. Так, Янси погибает. Рыжая джина. Петушару зовем. В принципе, все, ребята, хорошо. Так, яд сюда выставим. Ну, вот и все. Арена мастер сейчас у нас отдуплится. Согласись. Что и требовалось доказать. Интересный факт, ребята. Он не вызывал дедушек Амуров. Я не знаю почему, но их не было. Я не видел. Так, шара попка. 306-я миссия. 30 уровня этот робот никудышный. И 30 уровня у него старикашка, да? Плюс у него замедление 30 уровня прокачки. Окей. А у нас с тобой кислотный, блин, обезьянья кислота только лишь 6 уровня. Стоп, подожди, что я делаю-то? Давай, 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 туда, туда их всех, туда. Все. Гринчика позовем. Так, замедляху делает. Замедляху он в свою врубает. Давай. Ну. Да закалите вы этого деда чертового, блин. Закололи, да, закололи, отлично. Блин, ну сейчас начнет эта пушка тут еще бомбить. Гринч, давай еще разок выходи. Тут без тебя что-то вообще никак не получается у нас. Есть. Все, недолго музыка играла. Как говорится, он пошел к праотцам.
Почти ничтожный Джоу. Почему назвали почти, если он и есть ничтожный Джоу? 307 уровень. Вперед. Тут, кстати, у него на одних роботах колодочка. На одних роботах. Нету ни заклинания, ничего. Так что извини, Арена Мастер, по-моему, пора тебе. Хотя постой. Ну да, в принципе. Туда-туда их всех. Блин, эта шаропупка, она очень, блин, мощная. Она очень мощная. Так, кактус, кактус бежит. Сколько у тебя ног там, я не могу понять. У этого кактуса бежит, как это, как ракатица. Так. И в итоге мы завалили, да? Я же тебе говорю, что роботы это фигня полная. Мне не нравится, они какие-то ватные. Поэтому я ими играть не предпочитаю. Так же, как и эльфами. По мне, больше какие-нибудь гномы. Что-нибудь такое. Легендарные карты. А все остальное что-то мне не нравится. Торни. Торни обыкновенный. Ну что же, двигаемся дальше. Мы практически с тобой прошли. Тут остается совсем чуть-чуть. Кстати, я выполнил какое-то задание. Выиграй 5 боев на карте подряд. Я выиграл. Еще 300 монет в плюсик. Так, оу, слушай-ка, у него здесь ярость. Ну, если он будет применять ярость, мы на худой конец будем с тобой применять тогда торнадо. Чтобы их скинуть, да, как говорится, туда, к концу края. И чтобы у них закончилась вот эта вот ярость. Идет толкунчик, да? Идет у нас толкунчик. Ну, вот. Стопэ, вот это вот не надо делать. Все, вот правильно, туда его, в яд. Готов. Только скляночки полетели. Да, цветочный дед, это, конечно, что-то с чем-то. Это имба просто какая-то. То, что он погибает и оставляет за собой вот этот вот барьер. Так еще на 7 уровне он сам себя будет хилять. Это, конечно, круто. Ну вот и все, по ходу дела он доигрался, да? Сейчас мы его заколем. Все. И у нас с тобой впереди всего лишь 2 поединка. Так, слушай, денег много прилетело, поэтому надо... Ух ты! Ляля Олаф. Новая карта. Так, 309-я миссия, погоди секунду. Я хочу посмотреть, что это за ляля. Что это за ляля Олаф? В чем прикол? Я видел, конечно, у противника эту карту. Блин, кстати, не забудьте, что у нас еще и вот это вот есть. Дамочка. Не пойму, а к кому она относится-то, а? Вот, к оркам. Ляля Олаф, класс боец. Что ты делаешь? 50% быстрее атаки, когда жизнь героя ниже 50%. И после удара возвращает 50% повреждения противнику. Ну, так себе. Кстати, все орки практически имеют навык отражения. Ну, по крайней мере, натыкательница, или как его там? Как тебя звать-то? А, раздраженный орк. Ольга натыкательница, да? Потом вот эта вот воровка сердец. Они все имеют отражение. Отражение урона. Так что с ними как бы еще и вот этот. Так что если делать чисто из орков, да, команду, то я думаю, что... Ну ты прикинь, 50% урона возвращается в тебя же. Это очень мощная армия получается. Ну да ладно, сейчас не об этом. Сейчас 309-я миссия, и мы с тобой... Ого, 9 уровня. Интересно на это... Оу, у него, ребята, есть пламя. Так, это уже не шутки. Кто это? Жарни. Что за жарни? Что еще за жарни? Скажи-ка мне на милости, а? Окей. Мой-то будет покруче, да? Цветочный дед. Блин, жалко, погиб. Хороший был боец. Да-да-да-да-да.
Так, что у нас тут? Ё-моё, пламенем воспользовался. А вот и зря, а вот и зря. Он сам себе подписал этим смертный приговор. Все. Да, Гринч, это, конечно, хорошее дело. О, дедок выпал. Скоро прокачается. Еще с десяточек карточек, и все будет тип-топ. Ну, друзья мои, у нас 310-я миссия. Так сказать, завершающая. И это у нас А7МД. Надо же. Как процессор прям назвался. Ну, погнали. Поставим этот процессор на место. Да, конечно. Ага, вот так ты, значит, гаденыш. Блин, ребят, я не успел просто среагировать. Вот, совсем другое дело. Единственное, что как мы теперь... Твою налево. Ладно, придется делать так. Цветочный дед, блин. Тыдыч. Всех, всех, прикинь, просто всех нахрапом снес. Ну да, паршивый ты гоблин несчастный. Своими этими гретами. Нет, ребят, естественно, будем продолжать. Ты думаешь, я тебя на место не поставлю? Поставлю, просто я что-то немножко растерялся. Сейчас мы все сделаем как надо. Сейчас мы все сделаем как надо. Да лети ты нафиг отсюда, уже достал. Блин, что-то, по-моему, опять немножко не так сделали. Хотя, подожди. Так, у него там тоже этот старикашка чертов выпендривается, я смотрю. Ай, а почему мой-то, блин? Зашибись. Не понял я юмора. Чё за фигня, блин? Нуб. Ну, гад, все, ты напросился. Чепушила несчастный, ты напросился. Я тебе сейчас устрою такого нуба. Говнарь несчастный. Сейчас мы всех с тобой будем... Короче, я не буду здесь, ребята, выпендриваться. Мы сделаем с тобой сразу. Вот так. И вот так. Все. А теперь погнали спокойненько, со спокойной душой. Куриц всех тут будем брать. Вот так. Пускай тут бомбит, что хочет делает. Замечательно. Ага. Еще одного. Гринчик, ты будешь меня оживлять? Неплохо. А ты что хотел? Конечно, неплохо. Я тебе сказал, что на место тебя поставлю, говнюк. Вот и все. Сундучок, ребята. Так, монетки, опыт и... наивный Буба. Ну вот, мы с тобой и перешли на новую территорию. Так, вы сказали, что здесь у нас 400 заданий. То есть, а мы уже с тобой, ну, вскоре... окажемся на 320 уровне. Так что будем растягивать удовольствие, да? И, кстати, уровень 13 скоро получим. Так что, друзья мои, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!